Здравствуйте, мои ребятишки, мои молодцы и умницы. Сразу хочу попросить у вас прощения, то, что не могу вас лично приехать и поздравить, потому что мне надо поздравить моих детишек еще в России и в Европе, а вы и так далеко. Настя Курочка, моя внучка, предложила мне интересную идею. Записать видео и поздравить вас через интернет. Вы меня хорошо видите? И слышите? Вот так я и оказался с вами в Мадриде. Примите мои поздравления с Новым годом и от моей внучки Снегурочки. Я получил все ваши красочные письма и теперь точно знаю, что вы хотите получить на Новый год. А в моей сказочной снежной мастерской в лесу как раз и есть все эти подарки. Надеюсь, они вам понравятся. Я весь год буду помнить о вас, а мои помощники, зверята и птички лесные, будут мне рассказывать о ваших успехах. Но чтобы их получить, эти подарки, вам нужно спеть елочке новогоднюю песню, поплясать и повеселиться от души. Желаю вам и вашим родителям счастья, здоровья и радости в новом 2021 году. Оставайтесь.